Всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня мы с вами продолжаем дальше играть в Cube World, и сегодня с вами, друзья, будем пытаться учиться летать на глайдере. Да, друзья, я его купил, вот, я его купил, сейчас я вам покажу, да, вот он, 10 силеров стоил, господи, я его купил, но, друзья, проблема в том, что я пока что на нем летать не могу, потому что у меня не вкачаны схил, друзья, да, как вы говорили, как вы писали в комментариях, большое всем огромное спасибо за комментарии, за поддержку, за лайки, за все, за то, что вы делаете для меня, спасибо, ребят, всех люблю, всех, прям, вообще сильно, вот. И, в общем, все это дело замешано на квестах, то есть квестов тут вообще нет, как я понимаю, тут все замешано на скиллах. Вот, кстати, эти скиллы, вот, то есть я выбрал ниндзя, потому что с одноручным мечом намного лучше управляться, и мы больше дэмэджа даем, и у нас это скиллы наши, то есть поинты, да, то есть 6 поинтов у нас есть, я вот себе прокачал уровень до 4-го, вот уже, вот, скоро будет уже 5-й, вот, и никто мне не написал то, что ты же можешь уже вкачать эти квесты, тьфу ты, что я... Что я несу, господи, прошу прощения, друзья. Ты же можешь эти уровни уже потратить на вот эти вот штуки, прокачки, да, на вот эти вот улучшения, да, правой кнопкой мышки просто. А я такой, типа, чё, как оно работает, как я прокачу себе уровень, как это... Вот, а когда я стал уже вот это вот читать, переводить, хан, там, бла-бла-бла, потом рейнджер, потом сайлинг, да, и я такой, типа, блин, то есть, и случайно нажал вот сюда, вот. И левой кнопкой вышки, вот. И да, мы можем вкачивать левела, друзья. То есть можем learn, согласиться и консоль отмениться, да. То есть у нас 6 уровней есть, то есть 6 поинтов, которые мы можем разложить на вот эти вот штуки. То есть мы вкачиваем, если в первой ветке мы вкачиваем 5, а у нас открывается вторая ветка. Вот, так что, в принципе, как-то так это все дело работает. Возможно, можно качать 2 вот этих ветки. То есть ассасина и ниндзю, не знаю, друзья. Если вы знаете, так ли это, не так, если у вас какая-то инфа по поводу этого всего, пишите в комментариях под этим роликом, буду очень вам благодарен, признателен, и всегда ваши комментарии, поддержка, мотивация в плане лайк, в комментарии, подписочки, да, то есть все это приветствуется, и очень много сил, энергии у меня на то, чтобы поиграть, снимать, в общем, все это дело дальше изучать, друзья. Самое главное, вам нравится, большое спасибо, что смотрите меня, друзья. Вот, прошу прощения, я отклоняюсь уже от темы, в общем, я нажимаю, например, вот сюда, вот у меня 6, 1, 2, 3, 4, вот, 5, и у нас появляется новая, так сказать, второй скилл, да, вторая шкала у нас появляется, и она тоже может быть прокачана, то есть мы здесь прокачиваем как удар ниндзя, потом любовь собачки, потом можно кататься на ней, там, и скорость, и там все дела, потом лазить мы можем, вот, плавать мы можем, потому что мы плаваем плохо, так у нас будет намного лучше плавание, потом, не так все просто, друзья, то есть не просто купил глайдер и давай лети, или, например, лодку, нет, то есть нужно прокачаться, друзья, вот, у нас 6 очков, то есть я сюда 5 кладу, сюда 1, и я уже наконец-то могу летать, потому что, смотрите, если я это не буду трогать, да, я, например, вот от меня это действие, мне просто очень надо этот глайдер прокачать, хотя можно было вложиться бы и в оружие, да, вот, но я потом, собственно, уровень себе набью, это самое как главное, и для чего я покупал, собственно, да, вот, да и вам интересно тоже, друзья, вы проголосовали, что давай лучше вот это вот глайдер сделай, да, полетай, в общем, нажимаем P русскую, это у нас G английская, G, то есть, и у нас должен открыться глайдер, но его нет вообще, то есть, не говоря уже, а летать. Вот, так что, чтобы деньги были потрачены не зря, вкачиваем этот скилл, раз, два, три, четыре, пять, последний сюда, у нас получится вся шестерочка ровно уходит. Ну что ж, следующие скиллы будут вкачиваться сюда, ну и, конечно же, этот и прокачиваем, чтобы намного лучше летать, потому что чем меньше скиллов мы сюда вложим, да, тем мы хуже будем летать с вами. Так что, соглашаемся, друзья, да, время не вернуть обратно, и теперь нажимаем, что же мы нажимаем, а ну-ка, скажи-ка мне, Пет, давайте подойдем. Я не знаю, где взлетать. Че вы тут стоите? Уйдите, а? Они прям стоят такие, смотрят, вы чуть уже как минут 15-20, как я пытаюсь начать. Вот. И я такой нажимаю, короче, вот эту вот кнопочку заветную. Нифига себе! Просто обалдеть! Вы посмотрите! Обалдеть, друзья! Нифига себе! Вот это фиговина у нас! Ху-ху. А теперь надо... Вау! Вот это жесткач, друзья! Вот это реально жесткач. А ну-ка... Ой, я не туда нажимаю, я не ту кнопку нажимаю. Воу! Нет. Да, плохо мы летаем, конечно, тяжело управлять. Ну что, друзья, готовы, нажимаем и вперед. Нет, я вот так сделал. Блин, я не знаю, как сделать. А, гора высокая, в принципе. Блин, а повыше можно? Нет, тут выше вроде бы... Вон там только. Ого, какая она высокая. Ладно, давайте с этой тогда. Сейчас я, наверное, разбегусь. Вот, буду так вот смотреть на вас. Ну что, друзья, вот отсюда, давайте, побежали, раз, два, три, вау, нифига себе,
Вот это обалдеть! Вот это нифига себе! Тихо-тихо-тихо! И мы потихоньку сошли. То есть мы зажимаем пробел, и мы летим. Вот, мы можем маневрировать, но когда у нас стамина заканчивается, мы уже начинаем плохо управлять им, да, и мы, получается, падаем, друзья. Ой, а вы-то кто такие? А ну-ка, давай-ка сразимся. Это у нас маги. Так. О-о-о! Так, так. Он нашего пёсика сразу разорвал. Так. Опа! Так, лекаемся, лекаемся, лекаемся. Опа! Так, немножко, конечно, отклонить. Может, вас вообще бить не надо. Так. А как он забегался? Все, сейчас нас грохнут. Зелечку пей, зелечку пей. Ой, он убил. Красавчик, Джесси. Надо быстро. О, господи, вы-то тут откуда еще взялись, а? Все, 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 хорош, ребятки. Я улетаю на своем глайдере. О, да, 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 да. Меня не догонят, меня не догонят. И не поймают меня. А, блин, я упал. Fucking shit, блин, а. Песик. О, господи, а я тут хоть в ту сторону бегу. Надо выпить срочно зелька. А то помирать неохота, знаете. Ой, смотри, тут еще... Цветочки, спасибо. Так, давайте откроем карту, пока тут Бенни Хилл творится. Так, смотрим, вроде бы я правильно бегу. Да, у нас остается. А, нет, надо в эту сторону бежать. О, господи, скорее карту приближе. Я сейчас наткнусь на какой-то пень и просто-напросто не смогу дальше бежать. Так, камфайр какой-то есть вот у нас, чтобы жизнь... Да, они отвязались. Ой, спасибо вам большое за то, что вы отстали от меня. Фух, теперь у нас есть глайдер, друзья. То есть мы можем улетать. Это, ух, как круто. Я доволен прям. Пипец, моим эмоциям нету места сдержаться, потому что, блин, мне отлично. Господи, классно, я хотел эту штуку получить, я не знал, что она такая эпическая, блин, это здорово. Прям, знаете, как будто в реальной жизни полетал, потому что я никогда на ней не летал, и это круто, блин, это было здорово, серьезно, прям круто. Напишите в комментариях под этим роликом, пожалуйста, летали ли вы на глайдере, там, может, прыгали с парашюта, это вообще, прям, можно сказать, мечта моя, что ли, не знаю, круто, круто, это было бы, да, здорово. Вот, это круто. О, напишите, мне просто интересно. Да, я прям как чувствовал своими пяточками, что иду по правильной дороге. И сейчас, давай, спать, давай. Прям носом туда, пёсик такой стоит, типа, я постолазу, типа, я тебе постолазу, такой холодненький. Прям не могу, давай, все, спали, все нормально, оки-доки, да. Да, да, время, конечно, идет быстрее. У нас даже тропиночка есть. Давайте посмотрим, может здесь... Нет, тут просто туннель. Мне не хватает железа, я, в принципе, мог бы уже бы меч тут крутой сделать себе. Ну ладно, ладно, пофиг. Зато у нас бронька хорошая, очень классная бронька. Печь, который чик-чик-чик-чик-чик-чик. Хвостиком чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Такой холодкий. Несколько-несколько. Так, собираем все цветы. И да, у нас локация уже подгружается постепенно. Мы сегодня, друзья, мы постараемся открыть новую территорию, новую локацию. Я не знаю, какая она будет, так что давайте пишите в комментах прямо сейчас, пока я бегу. Может, вы угадаете, друзья, может, вы будете тем счастливчиком. Тем счастливчиком, который угадает и, так сказать, вскроет карты первее, чем я открою этот биом. Вот, не знаю, я, и знаете, я думаю, это будет что-то связано с жарой такой, такой жаркий биом, может, пустыня какая-то там, Сахара, типа, да, не знаю, вот, и думаю, что зима будет, снег, не знаю, почему-то я склоняюсь больше к жаре, но я думаю, наверное, снег будет, хотя, может, и какой-то адский такой выпасть, жесткий, получается, у нас очень хорошее расположение, у нас, получается, сити, он по центру стоит, да? А вокруг нас тут еще определенные биомы есть. Раз, два, три, четыре, например, да? То есть зима, там жара и адский, например, еще какой-то огромный. Здесь, видимо, как поделено. Здесь, наверное, ну, какие-то разные, да? А здесь один, получается, цельный какой-то будет. В общем, я не знаю, сейчас все это дело будем смотреть. Там у нас босик также есть. Бежим мы почти что прямо, там куча гор. Вот, так что тоже их... Это френдли, окей. Нет времени отвлекаться, так что нужно бежать. Давайте сейчас спрыгнем с какой-то большой горы. Мне кажется, что я здесь уже лазил. Нет. Давайте, давайте, глайдер. Пэ, пэ, ну я ж нажал. Да. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. Это классно, друзья. Это здорово. Тихо, тихо,
То есть, если мы не жмем пробел, то мы можем спокойно лететь, и стамина у нас копится. А если мы зажимаем пробел, и мы влево-вправо можем уворачиваться, ну тогда стамина у нас заканчивается быстрее, и мы начинаем падать, потому что... Ну, спрячь ты его уже. Вот. И мы падаем, как бы не справляемся с управлением. Хотя довольно-таки неплохо. Ну, 6 скиллов как-то, блин. Ну, неплохо зато, знаете, я хотел так. Хотя, вы, наверное, скажете, да лучше потратил бы уже на оружие, на вооружение, что там прям нагибать боссов, да. Но ничего, в принципе, до восьмерки будем качаться, это нормально, потому что до восьмерки нам на боссов ни на каких-то таких монстриков лезть не надо. Вот, так что, грубо говоря, до десятки будем качаться. Я там еще вкачаю скиллы начальные. Вот, так что это тоже очень была полезная вещь. Зато мы и лазить будем быстрее. Давайте как раз проверим. Ну, так себе, знаете, так себе. Так, бежим, не отвлекаемся на коров. Вот я хотел уже их побить. Там гора у нас. Там может быть... Да, железо там должно быть. Потому что, я смотрю, там ущелье есть. Там костер был возле того бонфайра, нет? Блин, конечно, конечно. Счастье. Ладно, ничего, потом найдем нам железо. Я, кстати, уже нашел. Я могу бежать и показывать инвентарь? Ну-ка. А, нет, не могу. Вот, в общем, смотрите, друзья, еще два нашел. Вот, всего нам нужно 16 на новый меч. Вот, ну тут меч, конечно, не такой крутой прям. Там 14 только power, да, этой силы, бла-бла-бла, вот. А тот, который я вот выбил с той штуки, очень странной, то там, конечно же, больше силы, и он намного-намного круче. Так что будем, в принципе, вкачивать силу. Ну, она сама по себе вкачивается, вот. И будем юзать тот меч, ну, вот этот меч, который сейчас я вам покажу, а то вы, наверное, 29. Вот, я в предыдущей серии тоже его, как сказать, нашел, открыл сундук, и он мне выпал. Считайте, как... В кейсах, да, то есть открыл и выпал. Так, цветочки сюда. Да, молодец, песик. Бей, кусай этот цветочек. Так, мы сможем здесь приготовить еду. Давайте приготовим какую-то еду. Вот, замечательно. Из Ginseng Road. Ginseng Road мы сможем сделать Ginseng Soup. Вот, это у нас 200 жизней. То есть тоже очень хорошая вещь. Почему бы не сделать, потому что рисалки нам всегда нужны. Вот, мы все-таки новый биом идем. Вот, все будет хорошо, друзья. Все будет четенько, классненько, вообще прям. Так что сейчас по максимуму сделаем. И... Так, давай еще чуть-чуть. И последнее. Так, ананасиков у нас нет, к сожалению. Тыков тоже нет. Вот эту, кстати, штуку можно сделать. 241 жизнь, то есть нам onion slice. И у нас mushroom вот такой вот. Получается у нас как... Гриб на палочке вместе... Кстати, там еще... У меня редиска вроде оставалась. Давайте сейчас я посмотрим. Покажу вам заодно. А, нет, из редиски ничего мы сделать не можем. Блин, да, давай доделывай уже эти скорее. Мушрум спит. Мушрум на спичке, на палочке. Там. Ну, это реально прям как шашлык, знаете. То есть только грибной какой-то шашлычок. А это, кстати, падает с картофельных... Картофельных человечков или кто. Ну, это не редиска, как они называются? Я не помню, но если мы их встретим, я вам покажу обязательно их. Ну, они с зеленым хвостом, как бобры, серьезно. Так, это у нас Snowberry. Окей. А сколько она нам дает? Вау, неплохо, друзья. А это нам сколько? Неплохо. Все, больше приготовить ничего не можем. Эту штуку я не нашел. Она, наверное, будет где-то в лесных биомах расти. В лесных. Лесных, наверное, да, биомах. Не знаю, не знаю. Может быть, и в. Что-то они страшные. Может быть, и в зимнем, не знаю. Сейчас мы такие, типа, обойдем. Давайте, смотрите, такой глайдер. И мы такие, типа, на них. И мы такие на них сверху, типа... Шаба-да-ба-да-ба-да-бум! Шаба-да-ба-да-ба-да-бум! Так. Опа! Че, не ждал? Да, опа! Опа! Так. Опа! Тут главное уворачиваться. Так, есть! Выбили одну штучку еще. Замечательно. Нежданчик, как в Бэтмене. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. И сверху так. Так, все-все-все-все-все. Быстренько бежим, а то сейчас я опять начну за другое что-то говорить и не дойдем. Так, у нас, в принципе, уже остается все меньше и меньше путь. Вот, и давайте прямо-прямо-прямо бежать. Фух, остается совсем мало, друзья, и... Наконец-то мы перейдем в новый биом, посмотрим, что там, как я уже говорил, несколько раз уже прошу прощения за то, что повторять. Просто я волнуюсь и, блин, мне прям мысли терзают, что там будет вообще, блин, не знаю, классно. Хотя я хочу еще на пляжу найти этого отдыхающего на пляже, как же его звали-то, блин, мага, что ли, я не помню, не верблюда, как же. Хотя верблюда можно переручить здесь, как я знаю. Вот, это было бы здорово, еще можно его прокачать.
На пятах можно ездить, как они написали в комментариях, друзья. Так что это тоже очень здорово, и можно очень быстро так прям спринтить на них. Фастить на этих пятах. Не знаю, на пятика можно сесть, потом покататься. Вот напишите в комментариях, если вы знаете. Так, цветы собирать я больше не буду. В жизни у меня рисалочек остается 38. Маловато, конечно. Быстро не заканчивается. Давайте немножко сюда завернем, заберем. Срубим. Кстати, это еда, это тот же суп, 200 с чем-то там. Так что собирать нужно, пропускать не нужно. Вот еще цветочек, тут их очень-очень много. Это очень хорошо. Так, а по пещеркам у нас ничего. Это жалко, это плохо, конечно, друзья. Так, вороны, вы мне тут сейчас не... вон там еще какая-то пещера. Давайте посмотрим, что там. Там вроде бы тоже все закрыто. А вон там побольше пещерка. То есть там, скорее всего, могут быть ресурсы какие-то. Давайте посмотрим, сколько нам еще осталось, потому что мы бежим вроде бы не так медленно. Вот, а мне интересно зайти и посмотреть, что там у нас находится. Давайте сейчас я сделаю паузу, зайдем в пещеру, вот, и сразу вернусь, продолжим. Давайте, 3, 2, 1. Так, друзья, я нашел, у нас здесь есть, получается, пещерка, и в ней можно собрать, будет, получается, вот такой вот, тоже немаловажный ресурс. Давай! Давай-ка, летучие мышки! На летучие мышки налетайте. Все, опыт еще нам. Вот опыт нам нужен. 176 на 180. Кто ж там? А, это голда! Господи, золото! Как я тебя не заметил-то, боже мой! Обалдеть! Спасибо тебе большое! Спасибо тебе большое, золото! Так, что-то еще? Может, что-то еще? А? Там еще что-то светится. Как будто лазурит, знаете, какой-то. Да, теперь мы сможем тот крутой меч сделать. Тут их не так и мало, смотрите. Так, еще, друзья. Я в город не хочу теперь возвращаться. Fucking shit. Я теперь в город лезу, что ли, бежать, чтобы делать тот меч. А так неохота. Хотя, может, новый найду. В общем, посмотрим. В конце концов, рано или поздно я вернусь в тот город. 100 ресов набью себе уже дофига. И тут еще есть проходы какие-то, смотрите. Только тут уже ничего нету. Там тоже нет прохода. Может, здесь какая-то щель, типа, пролезть можно? Нет, пролезть, к сожалению, нельзя. Тут что-то светилось. А ну-ка. Да-да-да-да, вот эта штука. Нет, светилось другим. Я, кстати, хочу посмотреть, сейчас вам покажу, что за ту штуку. А ну-ка. А, это все? Ты-то кто такая, а? Совушка-сова, а? Так, отгребай! Все, мне опыт нужен, так что уж извиняй. Распишись и получись. Распишись и получи. Ай, получись. Что-то у меня сегодня язык начинает заговариваться. Уже поздно, видимо, я уже устал, блин. Не могу, уже, наверное, больше 2-3 сижу. Часов. Так, в общем, это не важно. Сейчас давайте посмотрим, что она выпала. Вау, это что такое? Черепашка! Черепашка! Вау, это здорово, друзья. Что она выпала? Вот эта штука у меня была вроде, да? Вот, эта фигня была, это была, была. Это нам выпало. Вот, вот эти вот штучки. Давайте посмотрим, что здесь. О, Сапфир Неджент. Можно их открыть, и две синеньких, три штучки нам. Это редкая штука, видимо, какие-то классные штуки выпадают. Это как те коробки, да? То есть, ребятки, если так, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим роликом. Буду очень благодарен вам. Что это такое, господи? Ты что за существо, а? Ты что за существо такое, а? Ты что, ты босс? Ты босс какой-то? Ты, блин, он страшненький, знаете. Ты очень страшный. Он танцует, что ли, друзья? Я не понимаю, ты танцуешь, что ли? Ты танцуешь? Ты френдли? Ты меня будешь бить, нет? Ты меня будешь бить? Ты меня не хочешь бить, да? Давайте сразимся! Нет, я в воде не могу драться с тобой. А ну, отгребай. Ой, слушайте, так она стоит на месте и танцует. Вот это босс. Так. Так. Так, мы сейчас его грохнем. Ой,
Только не хиляйся. Так. Так. Да, есть, левел апнули. И нам немножко еще дали уровня сверху. Это все, что ли? Вот. Я думал, он будет тяжелее, будет плавать, там, беситься. Что это такое? Как вы себе смеете это позволять? Это что такое? Голем или циклоп теперь водяной? Ничего не дропнуло, зато у нас есть уровень, и мы можем что-то прокачать себе, да? У нас 8 теперь есть. То есть нам дали плюс 8? Я не понимаю. Ну все? А, ну да, получается только так. Это у нас будет за 10 секунд. Это у нас спет. Давай я, наверное, эту штуку прокачаем все-таки, потому что она более полезная будет. Это у нас ее performance and backflip. Ага, давайте, наверное, эту штуку возьмем. Да. Так, я согласен, знаете, я согласен полностью с тобой. Воу, ты что за чудовище-то такое морское, а? Lantern fish, господи, ты кошмарная, страшная рыба. Знаете, это рыба со светильником как на голове. И тут какие-то точки. Это маркер, что это такое? Давайте, так, ух ты, там еще голем этот. Как его там звали? Не голем, а... Ой, а что это такое, друзья? Это у меня квест какой-то, я не знаю. Там океан, кстати, я смотрю уже вроде. Так что, блин. Ах, да, все, друзья, мы открыли новую локацию. Мы уже открыли ее немножко, совсем. Это, видимо, пляж какой-то. Да, еще один сити, господи, спасибо тебе большое. Есть еще один сити, боже мой, это же сити, блин, fucking shit. А что это такое, я вот не понимаю. Напишите, пожалуйста, в комментах под этим роликом, если вы знаете, что это такое, для чего это. И, знаете, боссы тут довольно-таки легкие. Но это босс, то есть это не моб обычный. Так что, друзья, на этом все, серию будем заканчивать. Так что, если вы смотрите этот ролик абсолютно случайно, вы нашли его, вот, вам понравилось, и там дождь прямо из этих уже идет. Маленьких гномов. Вот. Так что, если вам понравилась эта серия, понравился этот ролик, вы хотите видеть больше таких серий, больше таких роликов, тогда поднимайте зеленые пальцы, большие пальцы, зеленые большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Пишите ваши комментарии. Делитесь этим роликом со своими друзьями, знакомыми. Кидайте в соцсети. Я всегда буду очень рад новым подписчикам. Всегда рад новым подписчикам на своем канале. Всегда, друзья, что когда вы мне лайкаете, подписывайтесь, пишите комментарии. Очень приятно, очень много силы, очень большая, сильная эта мотивация для снятия новых роликов, новых серий. Так что спасибо, что остаетесь со мной, смотрите меня, продолжайте дальше смотреть меня. Вот. Так что еще впереди очень классно, много всего интересного, суперского, крутого. Вот, я уже запинаюсь, так что пойду, наверное, отдыхать, вот, вот, спасибо за просмотр, до новых роликов, до новых встреч, вот, уже увидимся очень скоро, новых роликов, новых сериях, завтра уже новая серия выходит, даже, наверное, сегодня уже, вот, хотя бы пока смотрите этот ролик, уже серия новая вышла, ха-ха-ха-ха, вот, так что всем удачи, всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока, тыщ, да тыщ, и опять тебя песика чуть не ударил, как тебе не ударил, Джесси, все нормально, Джесси,